да, это я. Я играю в КС с 2001 года, ты успел. Здорово, ребят. Как самочувствие? Да все отлично. Все отлично. Алло, должна работать. Алло. Алло, здорово, слышно, Женек? Здорово, Сань. Меня слышно? Меня слышно? Алло. Тебя слышно. Алло, да, слышно. Бля, слышно, это прога, сказать. Это просто пиздец вообще. Не нравится TeamSpeak? Ну, она раньше как будто такой вайбовой была, знаешь, типа пердежная и старперская, а сейчас она какая-то, ну, типа, я не знаю, что-то они как будто какой-то фейк на Discord сделали, знаешь? А, ты скачал новую версию, там есть, короче, старая версия, она хорошая. О, может, да, ну, давай тогда... У меня, чтобы ты понимал, я зашел в свой аккаунт старый. Ага. Бля, ну ты, наверное, не поймешь, короче, у меня здесь закладки, это сервер пасеки и сервер испада. Я, блядь, 15 лет назад сидел в них. Охренеть вообще. Насколько вообще быстро время. Испаду я знаю. Так, а мы все уже ready, да, играть? Да, заходи на сервер и гоу, играем в нюк. Так, ну пока закрою. Я с Ятором разговаривал перед игрой, он пикал со мной карты. Я говорю, что ты, типа, разыгрывался, что-то. Я говорю, да не, я в дедлок сижу, ебашь. Все, Санечек, поехали, блядь. Все? Все, ребят, сейчас будем запускать. Окей. Я просто хочу понять по респе, типа, откуда они могут прийти. Я тебе сейчас покажу, иди за мной сразу. Давай, давай, давай. Они могут быстро выбежать вот отсюда, смотри, вот отсюда, слева. Ага. Вот он взорвал ага. И будет пикать. Понял? То есть... Ага. По правой стороне никогда не беги. Беги по левой, вот беги всегда вот так вот. И можешь вот так проходить, просто на шифте. Вот здесь шифт нажимаешь, ага. И проходишь. Вот здесь стоишь, и он не ожидает, ты его ебешь. Понял, понял. Ну теперь он ожидает. Не-не-не, это я Тора, он даже не понял. Он вообще не тут, да? Да-да-да. Че, let's go? Женек, ты мне покажи, где меня на эко с диглана до сюда могут убить. Ну, кстати, покажу. Сейчас, подожди, я сейчас подумаю. Короче, если мы к Тому сразу опустим, то у них шансов не будет. Ну типа он на мясо его, правильно? Да-да-да-да-да. Мы с ним с тобой его сразу зарубим, то изи вообще. Да все. А, ты прям сразу, да, в бой? Забей, да он... Коцанный один, второй коцанный. Если ты соды, то это фри. Да, это фри. А че ты боишься меня, а? Че, он время выигрывает? Не поможет ему это. Бля, я просто АФК стану, ублюдок. Давай. Сдайся уже. Так, мы берем КТ, Санек. Угу. Все, игра. Ты хочешь армор? Покупай армор, да. Покупай все, армор все, все. И сразу, чтобы не терять спаун, идем вместе. Окей, давай. Окна, да? Открыли. А там два, дабл. Одного хорош. Там же второй. Ждем просто. Окей, окей. Я не пикаю. Жду, да, пока да, выйдет. Санёк, кайся. Сверху. Угу. Найс, хорош. Хорош, Женёк. Я нормальный. Смотри, мы же самое сейчас сделаем. Покупай ага. MP9. Да, да, да. И второй армор, Санёк, обязательно. Я могу ближе сыграть. Не надо. Не надо? Сингл подо мной. Открыл дверь. Окей. Есть дабл. Дабл один. Пуш. Дабл, это бомба. Но он байтил еще один там. Я просто живу, Сань. Я запушу. Подожди, жди, стой, жди. Ну я жду двери. Открывай и погнали двоем. Давай. Я его ушел. И пошел. Где он? Он прыгнул? Слева справа. Я прав человек, он правом верю. Слева. Такой спрейч. Они немного разгадали нашу тактику. Ты сейчас по этому мосту вот сюда проходи, где я стоял. Понял, не падай вниз, по праву. А по мосту. Или по левому ты, Миша, по левому, по левому. Ага. Помнишь, я тебе рассказывал, что шифт надо нажать? Да. Давай, Санюш. Ну такие же нёк-то вещи я знаю. Не совсем, я... не совсем ботинок. Жду. Не, все, четко. Подань. Что ты знаешь, там в этот ты в перилу, когда хуяришь, что-то все патроны улетают. Только под стекло закройся. Ага, ты закрыл. Пикает меня. Слева. А, ты не смотрел. Слева чел. В дверях. My bad. Антон. Сын, блин, хорошая женщина, молодец, Тёма. А я, короче, понял, он начал меня пропикивать, я чуть стрейф вправо дал, и у меня чел уже... Минус 74, кстати. Ага, сингл стекла, го стекла. Подожди, давай. Го. Есть. Вышел смока. Лучше, Женя, лучше, нахуй. Да, Женёк, мне тяжело. Он дальнюю дистанцию берет, мне нельзя там играть. Я просто так же шифтом пройду, и все, я его расправлю просто, если он откроет дверь еще раз так. Они также стекла сингл. Я думал, он... Не-не-не. Слушай, Мне тогда удобнее падать. Мне. Я могу под флеш даблдор запикнуть. Не-не, нормально. Я смотрю даблдор. Два даблдор. А, подожди. А, у него есть крош. Я заметил.
Бери, дай мне калаш, бери опять МП9. Ты с нее ебешь очень жестко. Шинек, зачем? МК все равно пищ. Ладно, ладно, сынем. Знаешь, как это, как бату, типа дробовик, бери. А дабл открыли, если что. Ага. Месть смог дабл. Не давай, не надо, не палить. Хорош? Все, не палить, не палить. Я дал смог. Там же, там же. Он в стеклах. Я на бомбе еще, если что. Найс. Стекла вылез. Тебя не читает. Найс, блядь, Саня! Почему ты не профессиональный игрок КС? Он тебе Тёма на эсшот пишет. Пойдём отпикаем на стёкла вместе. Давай, давай. Стёкла, это я Тора? Стёкла вышел. Ебать. Он просто вышел и мне так сдигла дал. А как это? Это они комбами с кем-то поменялись? Бля, это хорошо было. Это хорошо было. Так. Вышел, вышел чем? Ты, а где? А. Я даже не увидел, что он спрыгнул. Я тоже его не видел, если чё. Вот. Найс. Хорош. Хорош счёт, Женёк. А это сильная, да, сторона? Нихуя, у меня чел с авиком просто прицел долбит. Так. Да, погнали, Санёк. Давай, давай, давай. Ты стёкла пойдёшь. Да, да, да. Тебе важно открыть дверь, но не сдохнуть. Да, да, окей. Так, ты готов дверь выбегать и стрейфовать? Да, да, да. У меня один, у меня один. Два у меня, два у меня. У меня вдали, вдали, слева. Живи, живи, живи. Без ебал, Женёк. Живи, живи, Сань, живи. Я живу, я живу, я живу. Я ставлю бомбу. Я направо смотрю. Туда, проходи вот туда, в угол, в угол. Все, Женёк, просто я про. Все нормально, все нормально, Женёк. Угу, я по тебе. Ты можешь лево смотреть? А, нет, он справа. My bad. У него без лица еще, если что. Найс. Я все, что ты стал. Я понял, что ты. Я понял, что ты хотел, но у меня, короче, было вот, блять, просто предчувствие, что он прям сейчас пикнет, и я умру, типа, в бок, понял? Ну, я успел бы пройти, ты прав был. Берешь Мах-10 сейчас. Ага. И рашим сингл вдвоем. Ага. У меня есть гран. Ладно, короче. Я купил хае. Налево, 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 налево. А, сингл, все, все, все. Я понял. Я тупо выбегаю. Выбегай. Близко! И вдали. Видишь, я разбил хаешку, они забайтились оба. Хорош, хорош. Вижу, вижу его, вижу его. Где он? У меня прям под дверью, даблдор. А? Ему хуёво, я вообще моли кину. Я его выжгу сейчас. Ад. Я сейчас смог закручусь. А, уже, блин, там, прям подо мной. Я живу, я живу. Он близко, даблдор. Я на бомбу играюсь. А это кто? Ага, ничего. Бля, хорош. Я заплатил, мне похуй. Хорош, хорош. И засейвлю еще, дай бог. Бля, я, короче, не знаю, сколько патронов у дробовика. Я подумал, он будет на релоуде. Понял, я его запушу, он у меня под последнему работал. Он быстро релоудит. Подожди, дай малики. Да, стекла, стекла. Меня контролит. Нихуя, он меня убил. Стекла и другой рампа. Пойдем, короче, контактом все позвоем. Близко, близко, близко. Найс. Ждем, 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 ждем. Пока стоим, стекла смотрим. Я могу первый уйти, Женек, просто прицел, то есть. Да, 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 го. Давай. Ой, блядь, бля, год, нах. Хорош, Женек. Хорошо, пошла. Это было очень приятно выиграть. Тиммейтская боль, да, я так сказать? Слушай, ну... Ну я должен был потеть. Бля, ну нюк, если честно, вообще тяжелый, конечно, для меня как мапа. Ну и для Ктому, наверное, мне кажется, нюк лучшая карта для Low Sense плеера. А там потому что я Тора пикал, я его пытался переиграть. Ну, я его переиграл на пиках, в принципе, поэтому... Так, что у нас, кто next оппонент? А мне чел заднатил, говорит, Саня без брони ебашит. Да? Похуй вообще. Я даже не заметил. Я даже не заметил. Я даже не заметил, блядь. Так, короче. Ну я фокусировался на других вещей. У нас next соперника Overdrive и Алмазер. Это BO3 будет.
Нихуя, овердрайв мощный. Нихуя, он тушит нас, блядь. Он с респы не выпускает. Прикинь, у него сенс еще маленький, он там все сделал. С респы не выпускает. Все, поехали, поехали. Да-да-да, гоу. Они сейчас будут фастом играть, возможно, типа, понял? Пытаться навязать свою игру. Просто сейчас смотри, что делаем. Идем вместе за мной шифтом. Давай. Дабл, два. Два дабл. Проходи ко мне. Все, найс. Мы позиционно проиграли их. Смог дал. Ставит. Смоку ставит. И другой лоу хп. И другой окна, да? Ой, я видел. Ушел, да. Еще один. Я дефужу. Я дефужу. Сосать, блядь. Бля, Женек. Видишь, они сразу навязать свою игру. Это читается, чтобы, типа, быть успешным. Но мы не простые люди. Один 10 хп, я отошел, нормально, все. У них уже обосранные руки. Еще взорву его. 10 хп ласт. Раз, все, два. Да, там овер. Овер у него такная, это был форсбай. Мэйби сейчас закупится. Алмазер калаш, я думаю, купит. Знаешь, как сейчас? Ты можешь сразу упасть в тупую? Просто упасть в тупую и дать смок сингл. Давай хотя бы сингл молик дам. А, смок, окей. Да. Да, нормально. Они два смока выкатили. А он вышел уже. Ну, я не вижу. Нет. А, да, я все смоки. Узнал, что у тебя смок. Все нормально, сейчас сделаю. Он байтит, значит, трава. Ага. О, Нестра. Бля, охуеть, смотри, он успел пройти аж до туда и упрыгнул. Супер изи. Просто покупаем хаешки, покупаем хаешки и ревилим эти дымы, которые они будут выкатывать нам ответ. Все, молик можешь не тратить. Молик на постплент оставляй. Ставит бомбу один. Бля, он меня ждал, прикинь. Не, он ушел уже оттуда. Ага. Сори. Ничего, я ему голову. Хуёвая инфа. Да я подумал просто, что он ушел. Короче, мне надо близко, я близко сыграю, да? Купи пешку, и иди сразу, короче, в сингл. А, оба. Я красный, ну, половиной. Ебать, там вообще у него, блядь, биг брейн пошел. Найс. Нормально. Мы разминки сыграли. Они два смока одновременно выкатили. Я буду взрывать бомбу, когда будет ставить. Да, я просто убью. Ставит. Ну, он за этой. Убил? Все, да. Я пошел дефать. Второго я не понял, где? Хайканул. Он дабл. Там. Он дабл. Все, 10. Окна. Хорош. Бля, он меня очень жестко поставил. Я успел? Я не успел, я думаю. Я не успел, ты успел, ты успел, ты успел, ты успел, Женек. Братан, не... Я тебе говорю, я играю в КС с 2001 года, ты успел. НОЕС! Просто так говорил это, если что. Главное уверенно говорить, понимаешь? Тогда успеваешь. Давай. Найс. Был в сингле. Заебали. Подо мной. Тебя не читает справа в тупой. Он мой, да? У тебя не читает. Под тобой. Все нормально, все нормально. Отошел в сингл. Должен быть добавил, все. Точно будет дабл. Конечек, лучше, блядь! Дедушка переиграл, умник, отрекал-то сразу. Хорошо, хорошо. Калаш, хватит же, нет? Саня, есть идея. Бля, сыграть. Ты бы видел хаешечку вообще. Есть идея сыграть издалека, вдвоем. Помнишь, как мы с тобой играли? Ты слева, я справа. Давай. На вилке, это вилка. Давай. Ничего не давать вообще? Окей, смог даю, окей. Вышли фан. Еще один, я взрываю, я лоу. Давай. Ревили смок. По-моему, он в окнах. Бомба у нас. В окнах. Бля, ебать, он ставит. Хорош. Не, он мне прям... Он прям вышел, сел, въебало и в тучу, понял, типа? Они плывут, знаешь почему? Потому что они сейчас зарашили. У них, грубо говоря, нет понимания, что делать. Денег, наверное, еще нет. Возьмем по 9 сейчас они. Давай, хорошо. Бегу в упоре вдвоем сыграем. Бля, вышел! Бля... Хорош. Они плывут, бро. Я... Ну ты все правильно делал, просто... Не-не-не. Мы в размен сыграли. Один стекла. Убил стекла. Last overdrive. Сингл. Въебал. Все, у них дисморали, Алмазер проиграл ставку, плюс у него не получается играть. Бля, вот это пошла психология просто. Нет, шуток, он проебал. Я смотрел стрим Тома, он в Тимсе уже с нулевой был. Стекла. Бля. Ага. Я коц немножко. Нормально. Ты выигрываешь раунд, изи. Мой. Оба. Ай-яй-яй, я, кстати, удивлен, что он успевает пробегать, получается, за это время.
Сингл и дабл. Дабл лоу. Справа дабл, справа дабл. Ага, вот здесь. Он тебя ждет. Все, ласт сингл, ласт овердрайв. Он с бомбой в сингле. Выходил. Он обходит справа. Нет, это еще фейк. Вот на... Я сейчас... У меня зифузы, все нормально, меня некуда спешить. Он нервничает еще. Ай, я вообще... Почему ты подумал? Майбет, майбет. Нормально. Нам было стекла доигрывать. Я, кстати, думал, что он еще раз фейкнет, потому что он думает, что у меня подпушится. Ты можешь? Да, хотя зачем там придумать? Мы ебануто стреляем. Пойдем вдвоем просто и все. Пойдем, пойдем. Вот он, синий ламинат, Женек легендарный. Поехали. За мной иди. Угу. Сейчас я распикаю его. Убил одного. Слева пойди. Стекла. Я ему въеб... Не, я ему въебал, да, чтоб ты так понял. Так, а я просто... в этот момент... Да-да. Там... на синергии. Там вообще просто уже... Я, если честно, в охуе, что я сам даю живу. У меня в этой летит пизда. Два сингл бежим. Погнали, погнали. Вверху. Ага. Ялоу, ялоу. Ты убил вверху, да? Да, он посередине сайта стоит. Посередине. Тупой. Да, бля, инфа охуенная. Я просто вышел и убил его. Не выходи, не выходи, не выходи, просто открой. Вверху. Оба. Подам, прям подо мной, в центре сайта, за членом. Или что это? Да, ты понял. Хорошо. Они прям запушили, понял? Прям, кстати, реально почему-то подумали... Бля, ебать, овердрайв читает макро, что мы то же самое сделаем. Нормально, нормально. Ебать! Какой позор! Чел трёху хуярит просто. Хорош. Он тебя, он понял, как тебя это. Открывай, открывай. Вверху, вверху. Упрыгнул, упал. Найс. Хорош, Женек, хорош. Бля, бать овердрайв, нахуй, реально умом, просто. Он, ты понимаешь, я прыгаю, вижу, что он идет с эмкой, он достает в этот момент нож, я его убиваю. Поправь. Бля, прикинь, он зарезал тебя. Бля, это был бы L-момент. Так, а если мы сейчас выиграем, Женек, то что? Мы завтра в полуфинале, мы будем BO3 играть за выход в финал, если выиграем. А уже enemy, ладно, рано. Рано, Саня! Это факт. Ну, я понял, я себя сразу остудил. Я тоже такой. Я ради прописал. Да, короче, Санек, они поплыли. Из-за того, что они проиграли первую карту, они злые. Они будут пытаться сейчас нас пикать, бегать. Ну, короче, вот такие действия все делают. По Сейвове сыграем. Мы можем их переиграть очень легко, если будем играть с Сейвове. Друг за другом. Вместе ходить очень важно вместе. Да. Ну, у нас еще и заготовочка. Да. Он, короче, в песках стоит. Я не вижу вторым номером. Окей. Тайт? Да, в тупой. По-моему, издалека где-то. Да. Найс! Найс, Женек. Найс. Хорошо. Теперь схалдим. Все, у них нет шансов. Можешь просто пешком лонг? Или хуйня? Нет. Ебашек? Еще одного, наверное. Да. Да. Хорошо, блядь, хорошо, Санечка. Ха-ха, найс. Близко. Ух ты ж, ебать. Ох, блядь, тайминг говно. Бля. Мне овердрайв, мне овердрайв с первого хуйного. Нормально. Ну тут никого. Я могу к тебе вернуться. Я могу даже... Обошел меня. Рёбер. Я, он настолько тупой, что он очень умный. Так, денег нет? Ты конем? Подегло. Да, конем просто. Лонг и шорт, сейчас пикать нас будет. Два хэдшота надо дать. Он на коротком открывается. А, не, он пошел, это он же. Видишь, да, они, короче, он, они, он с овердрайвом бегает. Говорит, да, есть все нормально, чё? Посередине готов? Раз, да, да, бегу. Давай. Yes. Вместе, назад, вместе. Ага, окей. Шортом ползем. Я хотел дроп забрать. Он шорт. Ага. Я первый. Я первый. Окей, ты первый. Здесь хп, просто еби его! Старого. Найс. Yes. Ну да, извините, Алексей. Да не, чё. Ты хочешь друзья? Да. Ну, у него лавик еще прошлый был. Давай. Я за контролю шорт.
Угу. Сайт. Шорт ласт? Лучше. Я должен к тебе подойти. Подожди. Да, я подпиздил, бро. Хорош. Только нахуя не брутавить? Хорош, хорош. Мне кажется, ковры зашел. Конец. Ага. Горит, чел, горит? Горит? Ага. Да, да, да. Я могу флеш дать. Слева, слева, слева. Бля! Бля, лучше же не остался. Я влез в гранаты, и тайминги какие-то уже, неудачно уже, ловлю. Держи дроп. Угу. Ну, у меня денег дохуя. Я ковры иду, пойдем. Пикнул меня и вышел, там дигл. Ковры, блядь, снова у него. Дальше идет спойлер. Короче, 40 секунд, бомба в коврах, тяжело обходить. Ну, все равно. Я думаю, они вдвоем в коврах, либо один на главке, один в коврах. 25 секунд, то есть тебе надо пиздить их, и тебе просто плюс два. Все. Будет убегать. Ага. Nice try. Сейчас главное от этого не тильтуй, потому что у нас хороший счет. Мы 6 секунд назад атаку взяли. Ну просто понял, они так сыграли по-ублюдски. Да не, ничего, чё, Женёк. Ты вообще долбере ты любишь? Нет. Не стрелял ни разу даже. Я хотел тебе дать их, чтобы ты их отхуярил, но вот два армора. Короче, сейчас. Да какая проще. Не, ну, просто вдвоем сыграем издалека, да и все. Ну, типа, я в песках сыграю, да, и все. Да, 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 все. Mm-hmm. В песке. Мок, мог дали. Флэш. Mm-hmm. Там же. Флэш. Здесь хп. Взорвало, по идее. Можешь давить на шесте. Ты выиграешь раунд. Здесь хп. Оба лоу. Ой, хорошо. Чуть-чуть не дожал. Причем еще овердрайв был не там, конечно. Он был, держит. Ну он отошел просто. Ну да-да-да, я думаю. Минус 80, минус 80. Да, я моликом не попал. Нам надо сейчас закрысить, потому что они будут с калашами распикивать. А, ты... мы форсим. Да-да-да, иди в сайт. Ага, блядь. Ты лонг? Два? Два лонг. Лучше. Блядь, братан. Это самая позиция? Я говорю, братан, они просто так играли. Его, братан, он убил своего, я убил его, блядь, в бок. Это я воспользовался твоей позицией. Да я тебе говорю, да это челы нас научили вообще имбу. Имбуху просто открыли. Я хочу в коврах сыграть. Ну, типа, я с тобой здесь сверху. У меня пойдет. О, меня увидели. Ага, нас. Бомба. Ну, как будто коврах. Last overdrive, иди ко мне. Ну, глубоко уйди, у тебя шарта может убить, если что. Он фейканул, не знаю, что делает. Все там. Ковры. Фейканул флешкой. Ковры пошел. Я тебе клянусь. Бля. Зайди в бойлер и убьешь. Вот. Ты... ну ладно, ничего, ты просто потерял в текстуре во время того, как ходил в текстуру. Mm-hmm. У меня по ощущению один ковры, один должен быть лонг. 19 секунд. Два, у меня, Саш, пикай! Раз, два, три. Он даже не понимает, что нет, лучше. Да, вообще, просто прыгать начал. Смотри, как сделаем. Можешь идти на хедшот и забрать лонг. Хедшот — это вот эта позиция. Mm-hmm. Просто в стрейфе играй на лонг. Ковры mm-hmm. и шорт не пройдут. Есть. Yes. Ага, дигл. Там дигл. Дал флэш. Ага, выкурил его оттуда. Ковры! Убил. Знаешь, все, четко, бро. Откинул, отзонил его и флешкой убил. Ковры один. Мидл и ковры. Найс. Я живу просто. У тебя? Нет, это я. Смотри, ковры. Он красный. По идее, я попал. Я могу флэш дать. Не, Саш, просто. Ну такой типа под пик. Да, он сыграл. Шорт. По мне сыграй, по мне. Давай, шорт, раз, не пикай, давай. Не пикай. Да, он вышел уже близко. Ага. Yes. Там, мы его, видишь, как этот, на нервы развели. Можешь сейчас на лонг агрессивно пойти? А сам да, позицию да. свою. Да. Давай. Ковры один. Не побил ласт ковры. Просто встань на этот. Он шорт, после меня. Не даем шанс. Овердрайв нахуй просто как Нео двигается, я не знаю, вообще невозможно предсказать, где он был. Я выкидываю авик, потому что они, скорее всего, заражены. Mm-hmm. Беру МПшку, сейчас я на неожиданно сыграю. Иди в пески, Саш, важно, mm-hmm. чтобы ты... Давай. Бегу, да. Два шот. Но убил. За дальним. Бля, он мне прям очень нормально. Долго. Он авик взял? Да, он взял авик, значит. Я сейчас беру авик, просто иду в АФК-позицию. Саш, смотри, дай мне смог, откинь молик на шорт и сыграй в этой позиции. Просто запрыгни АФК на ящик. Убил бомбу. Топл-топ, найс. Хорош, Женек.
Даже париться особо не хочется. Хорош, хорош, разъебал. Такое тяжеленькое инферно, что Талмазер вот, меня вот. Под это, под разъебал. Знаешь, почему тяжеленькое? Потому что эти челы уже норм играют. И когда они норм играют, будет чутка вот так тяжеловато. Короче, в целом, вообще охуенно, Санек. Ты все слушал, ты понимал, что делать, и, блядь, это пиздец, это лучший тиммейт. Спасибо. Я, чтоб ты понимал, я играл за всю жизнь 2x2 с Моноси, и мы тогда победили, стали чемпионами. И с тобой сейчас. Ты не хуже Моноси. Вот так вот, Женек. Вот это лесть просто, вероятно. Я говорю. Как мед на уши, пожалуй. Коммуникация. Не, ну я стараюсь, я стараюсь. Если где... Вот последний раунд, ну, который мы проиграли, я не должен был выходить. Я просто не привык, знаешь, типа, что тебя могут на такой дистанции с Диглас первую брать прям так сильно. Да, да, и да. Я должен был просто контактом сыграть, потому что у него Дигл, мы не должны с ним стреляться, поэтому... Короче, я ошибся там. Вот. Короче, я тоже, типа, пытаюсь отучиваться на таких моментах. Спасибо, спасибо. Да. Ну, слушай, ну кайф. Мы что, вышли, получается, против кого мы будем играть? Мы с тобой вышли против... Смотри, сейчас Рэйчел и Хоч играет против CS2 News, либо Трайда. Мы будем за выход в финал против CS2 News и Трайда, скорее всего, играть, если Рэйчел и Хоч проиграют. И то есть, если мы завтра выигрываем, то мы получаем... Бля, ну это знаешь, чем хуйня? Что в финал написано, что 21 МСК. Саня. Ну для меня это пиздец хуёво. Ну, потому что... Ну ладно, я надеюсь, побыстрее закончится просто. А там все бы три матча, да, потому что будут... То есть мы опять играем, типа, самую первую игру и самую последнюю, да? Ну, это, конечно, я уже так... Нас финал ну, прописал. Да, да. Ну а как по-другому-то, я не понимаю. Ну да, Саня, настроен на победу. Нормально, нормально. Ну интересно, интересно. Ну Женек пиздец в форме. Вообще прям очень сильно ставит. Приятно, приятно. Ну у нас синерджи хорошая. Ну я рад, мне кажется, я на нюке хорошо сыграл. Вот что-то на Инферно тяжело было. Там как-то, знаете, на Инферно было прям... Ну просто, не знаю, просто хуже стреляют. И, наверное, зря тогда вообще в целом эти дуэли принимаю, если так уж пошло на бок как-то более в закрытую играть. Может быть, пересмотрю водяной завтра. Алло, Женек, здорово. Здорово, Санек. Я этот разыгрываюсь чутка. Первая карта Инферно. Мы за КТ начинаем. Да. Вторая карта Нюк. Мы за атаку начинаем. Наша карта. А Десайдер? Ты Нюк пикнул. Десайдер, Оверпас. Да-да-да, я пикнул. Нюк пикнул, Оверпас выпал. Да, они забанили самолетик, а я забанил этот хуйню, эту духу. Ребята, я 4 на 3 поставил, потому что глаза меньше стоят. Санек, минуту нужно. Пиздец, потная катка. Ровно через минуту зайдем. 12-12 у вас там? Не-не, у нас последний раунд, но там челы потеют, понял, сидят на последних секундах. Last side, let's go. 1v1, bro. That's your round. О, бля, у меня чел, ну... Женя, заходите, мы должны. Да сейчас зайду секунду, сори, сейчас зайду секунду. Мы должны начать вот прям-прям. Прям-прям сейчас начнем. Пошел минус вайп у нас. Минус вайбит жестко прям. Но я сам виноват, блядь, у меня чел... Да ливни ты с этого мэма. Найс. Изи, изи, выиграл. Все, захожу. Хорош, хорош. Я на хорошем айде. Че, Санек, ты рэди? Да, я. Надо на позитиве сейчас парампарируем. Вам одна игра, да, до финала одна игра. Если мы эту выигрываем, то мы проходим финал. Если проигрываем, то у нас next за выход в финал с нижней сетки. Готовы? Да, да, гоу-гоу начинать. Они будут играть медленно. Пойдем два лонг на шафте. На стрельбу. Без армора, чел. У другого пэшка. Все, уходим назад. Идем ковры. Он там же, Сань. Возвращаемся на шите. Возвращаемся на шите. Шифт нажми и иди за мной. Готов пикать его? Да, да. Просто задуши его. Умничка, Санчел! У него молит. Хорошо. Мы хотим пуски играть. Да, мы сразу навязываем свою игру, Сань. Не попал? Не. Поехал. Убил одного. Убил второго. У них форс был сейчас. Да, да. Сейчас смотри, Сань, как можно сыграть. Дай мне молик и хае и встань просто в кафунте. Я могу его здесь сыграть. Чтоб что-то прикрыть. Ты шорт смотришь, ковры, да. Да, 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 я забрал. Хорош. Хорошо, блядь. Забери сейчас шорт в упор. Лонг убил. Там же лонг. Сиди, пока я на тебя байчу. У меня МП. Он в сайте лоу хп. Пикай его. Санёк, умничка, блядь. Играй с МПшкой, не бери калаш. Играй с МПшкой. Жень, пофиксишь вебку? Да, 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 она падает постоянно. Ну просто меня так заебала эта камера. Это просто пиздец, если честно. Они даже паузу не поставили лоу. Я гранат не успел купить. Найс, админ. Дай мне буст, Саш. Подойди ко мне, дай буст. И уходи в сайт. Одного убил. Все, ласт. Санек, смотри, мы сейчас пассивно просто играем. Становись сайт под гифон. Просто нажми Ctrl туда и все.
Этот чел будет распикивать максимально. Он будет пытаться выждать какой-то такой, знаешь, микроконтакт. Я по тебе, Саша, Санек, сразу играю. Все, умничка, хорош. Санек, смотри, играй в этой нычке. Да-да-да, а я их сейчас немножко наебу. Хорош, все, живи теперь. Просто живи. Бля, тайминг, сори. Хотел выйти из библии. Хорош, Санек. Если бы сразу вышел, вышел бы. Поврайден. И шорт. Я смогу, Саш? Еще он? Живи, живи, просто живи, спрячься, спрячься. Умничка, блядь! Умничка, Санчок! Где ты их ебешь, блядь, с этой МП-9 просто? Смотри, у них вообще нихуя не получается, играем два пески. Они, по-моему, рашат лонг. Можешь флешку мне на лонг дать? Давай, да, просто да, хуярь. Не знаю, далеко. Два лонг, хорошая флешка, два лонг. Они на все уходят назад, ты можешь... Найстрай, найстрай. Флешка была вот хорошая, просто чел убил. Не-не, они будут играть не с вдвоем. Нет, не хочу. Давай в две эмки играть. Они давай, будут давай. Играть вдвоем, потому что, ну, для размена. Смог выкатили лонг. Два. Два, бля, я не убил в бок. Два. Один 10 хп, трать 10 хп. Ага. Блять, я очень сейчас заруинил, если честно. Сам. Это в мэйби 10 хп. Два. Оба лоу. Молик и убивать. Бля, молик. Нормально, видишь? Настрой. Санек, мой бэт, я в спину челу дал минус короче, 98, игра просто хуйня полная. Короче, ты понял, что они делают? Они типа всегда играют вдвоем. Да, конечно. Смотри, можем также продолжать можем играть, так просто пассивно, да. Вот прям к стене в упор прижмись, и микропиксель, ты видишь лонг, да? Ну, да. Но я в него не стреляю, я просто даю инфу. Ты видишь этот пиксель, да? Да, он вижу. Не пройдет. Все, найс. Ты видишь глубоко, что типа дальнюю стенку. Я думаю, ты правильно меня понял. Угу. Смотри. Да, вышел. Ага. А ты мулик не попал, ебаный в рот. Близко. Оба, наверное. Там же трает. Ты в него попадал много. Ага, упор, плент. 10 секунд, ему надо ставить бомбу. Умничка, блядь! Хорош! А вот это все 4 на 3, которые ты поставил, ты просто их нахуй уничтожать. Ты сейчас в табе, ты понимаешь, ты лучше, чем у трайда 4К, у меня 3К, ты, блядь, просто лучше, чем полупроиграть в эту игру. Иди в пески опять. Да, я там молик просто на шар давал вверх. Два, скорее всего. Ковры вышел. С бомбой он. Меня нашел. Ебать, он чертов гений. Сука. Нормально. Бери эмку. Я пошел в этот. Опять в пески. Ты опикал мид, не видишь никого. Никого. Ага. Знаешь? Я ушел. Забери ковры сейчас. Бегу просто. Тебе что? Да, он меня ждал уже. Да, я знал, что он фейкует, если еще я знал, что он фейкует. Не перестрелял его. Хуёво. 8-4 на самом деле. При 7-0. Такой себе счет. Ладно, пистолет, поехали. Давай вместе играть. Мы какие-то с тобой не такие, как вчера, не такие заряжены. Да не, я просто фокси. Ты фокуси максимально, да, хорошо. Да. Короче, два армора берем. И пойдем сейчас на шорт. Максимально, ну, просто пизды им дадим и все. Нам надо выиграть пистолетку, навяжем свою игру и все. Один в упоре. И пески, в упоре пески. Пески. Я сейчас сайт буду убивать. Хорошо, живи. Я могу. Хорошо. Они опять эту тему с дуалберетами делают. Мы с самого начала навязываем свою игру. Ты молодец, Саша, что убил пески. Возьми калаш, я в тебя... продай все. Возьми калаш, год 2 лонг. Бля, не успел? Нормально. Взял, но у меня... У нас 40 секунд. Нам надо заходить будет, по идее. Короче, убил сайт. Вместе доиграть. Иду к тебе. Просто он был шорт близко. Шорт. Вместе. Давай. Контролим вот сюда вместе. Давай. Контроль. Я сейчас фейкану. А он уже сайт слева. Хватит. Понял? Это как-то возможно. Не знаю. У меня на экране чел был справа, он слева оказался. Денег нет. И ты говоришь, шорт был? Ну, он был шорт в упоре ко мне. Да. Странно очень. Ну ладно, тайминг. Я дискал там сразу. Пойдем. Да, окей. Бери дигл, Санек, не ставь ВК. У нас времени мало, понял? Имеется в виду, что у нас всего минута доиграть в пески один. В пески CSGO News. Женек, тебе надо подышать. В песках один чел, и другой нет инфа. Голод. Next забавимся. У нас две сколько уз бонус.
Два пески играют, Сань, все. Mm-hmm. Можешь доигрывать раунд как хочешь. Два пески, один слева, другой справа. Они максимально пассивный стиль выбрали, это норм. Нам нужно молик кто-то просто закидывать? Не-не-не, нам не надо молик. Молик они тушат и ответ будут кидать. Нам надо проходить контактом и убивать их. Смотри, объясню, почему нам не надо молик. Потому что если мы кинем молик, нам прилетит в ответ смок, хае, молик, и мы ничего не делаем. Максимум, что мы можем делать, это кидать хае. Ковры тоже не очень идея, потому что... Ну как, ты можешь это сделать, но у нас времени слишком мало. Тебе потом ротацию делать далеко. Нормально, Санёк, один пискит. Один сайт, один пискит. Короче, сейви бабки, чтобы у тебя всегда был калаш в этом противостоянии, понял? Очень важно, чтобы у тебя, смотри, когда Б нажимаешь по PHD гол, чтобы справа в верхнем углу писало 3700 минимально, чтобы у нас были калаши. Да, все понятно, окей. Один пески. Просто не похож. Библия. Один библия, другой в песке. Библия далеко, пески можешь зажать. Да, Женёк, чил, да все нормально, чё ты? Да нормально все, ты первого пиздата убил, жестко все было. Все нормально. Да все норм, Женёк. Они меняют немного, так? Да, нормально. Санёк, всегда вместе. Ты вот ходишь лонг, нам надо планы иметь вообще. Ну давай, ну коль план, чё, я ж тебе колить буду, что ли. Смотри, просто... Ага, флешку дали. Ты Хае, дай в списке хае. У него минус 50. Я ему даю молик. Смотри, по контролю лонг сейчас, по контролю лонг. Ага. Бля. Все хорошо, я не доиграю. Да, Женёк, все нормально. Сейчас мы просто почувствуем, как нам... Может и бойлер. Может быть, зря стреляешь, потому что я стрелял на лонге. Я никогда не стреляю, когда кто-то другой стреляет. Я в бойлере? Бойлера нет. Он может под навесом быть. Ковры прожал. Угу. Ковры прожал. Да, вот нельзя стрелять. Он просто не глупый, он сразу понимает, что ковров, значит, нет. В песках, пинкропиксель, который ты смотрел. А другой был в коврах. Да мне и засейвить на самом деле, заебись здесь. Лузбонус есть, нет? Пытайся, зачем все? Ой, я, кстати, на самом деле его можно вот туда выцепить. Играй со мной? Я с тобой. Кидает хае, кидай ему в ответ хае. Убил его. Лонг. Вместе на размен, вместе на размен. Раз, два, три, го. Ты вышел на прицел, когда в него стрелял, сори. Ты мне в голову попал. Ну да, я в него стрелял, и ты в это время вышел. Давай, знаешь, поменяем игру. Я первый хожу, теперь ты будешь первый, чтобы да, у тебя... Без проблем. У меня было больше пространства вариантов пострелять. Также шорт, пойдем контактом. Убил шорт. Хорош. Контролируем ситуацию. Сейчас дальше, надо вдвоем, я первый. Да. Он в песках играет всегда. Maybe. Знаешь, все, хорош, забирай калаш. Он сейчас ошибся. Он может еще одну агрессию сделать. Сейчас я подумаю. Он такой, да бля, я пойду сейчас их выебу, maybe будет делать какую-то агрессию. Можем точно так же сыграть, пойти шорт, у нас free frag всегда в песках. Он с песков дал, я сейчас пикаю, подожди. Я пикаю первый. Ты первый. Да, хорошо. Вернем ковры, идем ковры. Не, есть молик, могу выкрыть. Не надо. ВП на лонге, не. Хорошо, блядь, он авик взял, гад. Танёк, смотри, сейчас очень важно, дай мне бомбу. Зайди сейчас в ковры и за контроль ковры поджим, хорошо? Никого не вижу, они могут опять сетап этот блядский играть. Планте нет? Да, первый. Готов падать вместе? Да. Го. Осторожно вот здесь. Осторожно шорт, он должен в шорте быть. Либо ковры обходить. Okay. Он в шорте на бусте, один в один упал за лестницу, минус 50 с хае, вот здесь. Понял. Я думал, его там нет, потому что ты в песках. Нормально. Мы так на XP 13-11 сыграли. Сейчас нюк наш пип, четко. Я молик хотел как раз под навес дать, не попал. Он был наверху. А, наверху? Да. Там когда... забей. Просто текстурка. Я не успел даже выйти. Ну, типа, я же за стенкой. Я прям шел, типа, выходить, смотреть шорт. Ты еще сказал, он шорт. И ты его пошел пикать просто.
Не-не-не, ты можешь менять, я не почаще пикал. Выпускать первым. Ну, типа, на инфу, понял? Я вот здесь пикнул, а сюда ты его не видел просто. Просто на инфу, да. Ладно, нормально, 13-11 на их пик сыграли. Хотя вели 7-0, бля, расслабились за КТ. Это самая вся идея в том, что расслабились просто за КТ. Могли выиграть, но не выиграли. Ничего страшного. Нюк. Учи вебки, как они раздражают. Просто пиздец. Женек только не разгроми там эти вебки. Ладно, я зачилюсь, музыку послушаю. И через минут 5 старт. Ага, давай. Чё, Женёк, Нюк, короночка, поехали красоту наводить. Да, Санёк, поехали. То есть они будут один глубоко, один в упоре. КС-2 да. Ньюс, скорее всего, будет да, в упоре. А, подожди, можно я скажу по поводу турнира? Вот, КС-2 Ньюс. Ладно, что такое? Почему? Это, вебку можешь поставить, короче? Не могу ее перевернуть, она упадать будет. Могу вот так поставить. Нормально обрежете там? Так, сейчас, секунду. Да. Заебали с этими камерами, почему не заходят во время лайва? Погнали два виду по стандарту. Давай. Алло, мы играем. Заебал, блядь, туда-сюда заходить. Стекла. Бля, какой админ это? Нормально, я выебал смысл. А там он видит, да, ноги, типа, я его не вижу. Да, он если сверху стоит, раньше видит. Гоу. Сейчас я подумаю. Го по диглу купим, чтобы давай. Был next. Я предлагаю пойти вдвоем стекла, потому что это единственный шанс, где мы можем найти килл. Ты понял, как они играют? Да. Вблизи, на члене, да. Ты все, шифцань. Он где-то слева на планту над нами. Слева на планту, сейчас посмотрю. На члене. Вот, четко. Пойдем опять, да. Иди сингл. Давай, да. Один в упоре. Стекла убил, у меня в упоре. Открывай сингл, меня убил. Посередине планта где-то. Хорошо, Санечка, блядь. Берешь свои руки, все. Молодец, блядь. Хороший, нет. Пойдем два дабл. Я бы флешечку тоже. Он вверху. Ага, вижу. На члене. У меня минус пол. На члене. Я иду к тебе в окно. Он упал в плент. Сань, со мной иди. Готов, я первый иду. Он в плент, я вижу. Давай. Он в плент, 100%. Слева. Хорошо, Сань, блядь, умничка, хорошая инфа. Короче, они прям не меняют позиции вообще. Открывай, сразу жди, никого нет, выходим. Кто почел? Я не видел откуда. Умный делает, его дверь просто зашибла, убила. А где был этот чел? Что с челом? Он здесь был. Он может раньше пройти. Я понял. Может, ты мидроп дашь? Да, давай. Беги сингл. Открой сингл и вернись назад. До одного. Ласт на линии играет далеко. Выходи сингл. Он должен глубоко играть. Найс, Санечка, умничка, блядь. Хорошо, разыгрались. Да, сделал стекла разбил. Стекла агрессивно играет. Вот здесь, да. Хорошо, жить. Слева вышел. Слева, в планту. Чуть не хватило, сука, я знал, что он там. Инфе? Ты просто справа чека. Ну, он мог в тайминг пройти, если что. Он мог сразу был залезть и пойти в стекла. Я поэтому стекла пошел чек. Нормально. Пойдем два стекла. Шифтом. Разбил дверь. Готов пикать. Раз, два, три. Посередине. Я безъебал. Вдали. Еще они оба здесь близко. Смотри, смог пуш. Смог. Под нами чел. Готов. У меня 6 хп. Просто смотри, смог пуш. Смотри, смог пуш. Он в сайте. В сайте. Откидывать что-то. Он внизу. Да, внизу, сайте, снизу, за сайтом. Настрой. Он там играет, его можно, короче, с двух сторон пиздить. Смотри, тебе надо пробежать в стекла и законтролить рампу. Типа, понял, вилку? Я могу уже смотреть член. Попробовать. Член не видишь? О, вижу. У меня вверху, прям на тобой. И они те же позиции играют, Женек. На члене у тебя смог. Вверху, я же сказал. Ну, не на члене он был. Он упал. Он в сингле, другой будет по его инфе играть. Все, last single, maybe обходит. 30 секунд, бомба в сайте. Тебе надо оставить закрыто. Nice try. Понял, я смотрел на радар и сдох, потому что я не знал, что у тебя смог. Я смотрю на радар и думаю, там чела вообще быть не может сверху. Ну, типа, игра говна ебаная. Не-не, я сказал тебе, что чел сверху. Да, я понял. Не-не, я понял. Забей, это просто из-за того, что я тупанул. Можем рискнуть? И сайт запустить одновременно. Да, я тоже так думаю. Сзади! Он как?
Он убивал сингл? Да, он мог обойти, потому что они сингл разбивали в начале раунда. Я не знал этой инфы. Да, я сказал. Я подумал, что как будто так не может быть. Бля. Ладно, некрасиво, надо их выигрывать. Можем поп... Ага, я вижу слева, слева, вот здесь сейчас, слева. Вилка, контроль со мной. Он ошибется. Контроля. Ты зря это сделал. Это сень была, да? Очень зря, да. Я не с... Убил его? Готов со мной на разбивку? Дай я первый, кстати. Дай первый. Раз, два, три, го. Блядь. Выстреливаем чуть-чуть. На 7-5 делать. Пойдем сингл просто вдвоем. Бери калаш с первым армором. Побежали просто на стрельбу. Если мы трайда сразу убьем, то у нас будет преимущество. Не убился среди фунта. Ага. Он пер... А как они, бля, почему именно сейчас они сыграли по-другому? Очень странно. Ладно, го пистолетку забирать. Мы столько, сука, клатчей обидных отдали. Раз, два, три, четыре, пять клатчей. Забудь, забудь, Женек. Сейчас за КТ будет немного проще играть. Че, попариться-то о том, что прошло. Да, 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 факт, факт. Да я просто сегодня как-то не могу, не доигрываю, меня раздражает. Да, вообще забудь. Ну невозможно же каждый день охуенно. Да, да, факт, факт. Дай, дай мне пройти. Сингу. Кинул, че? Убил его? Окна смотрю. Смотрю. Кто там? Он меня пикает? У меня пикает. А как он меня убил? Ладно, забей. Ничего, go. Go фристайл. Go, go, go. Давай, давай, давай. Я взял ВП, я пойду упор. Давай, давай, давай. Дабл? Ой, сингл. Ты сдалека с диглом? Угу, я сдалека. Понял твою идею. Меня чекнули. Кайте. Оба. Last сингл. Лоу. Найс, хорош. Ган подкинул, молодец. Все, го камбэк, санечек. Бля, я не успел. Давай, как вчера, да, давай, Молик, я дам смог дабл. Mm-hmm. Поехали, Санчоус. Зайди в стекла. Я сейчас прошил дверь. У тебя чел в поле? Да. Найс. И он к тебе не пройдет. Другой к тебе не пройдет. Смотри сингл просто и все. Ага, вижу, помогаю тебе. Найс. Во, у меня чел без звука дверь открыл, чтобы ты понимал вот этот сингли. Я тоже, кстати, не слышал звук. Ебать, игра просто 20 лет, не могут пофиксить баг один. Давай, Санек, на фристайле ебашим. Мог выкатил? Кстати, меня убил. Под тобой. Осторожно, сзади может быть. Вот слева, ага. Жди его здесь. И обходи теперь. Обходи, обходи, все правильно делаешь. Хорошо, хорошо, блядь, ты точечно ему в голову попал. Забери калашик, maybe вот здесь где-то нету, да? Они начали применять тактику ближнего боя, выкатывать смоки, значит, да, гады? Сингла нет, Сань? Есть, убил его, у меня бомба, второй дабли, я чекаю, он, у тебя стекла может пикать, Санек, он только стекла. Я стекла не контачусь. Стекла, лоу. Тихо, он не знает про меня. У него 20 секунд, иди, все правильно делаешь. Все нормально. Вот здесь только может быть 20 секунд. Умничка, Сань, молодец. Хорошо, забайтили чела на прошив. Найс. Они, смотри, они maybe сейчас могут зарашить, поэтому я предлагаю сдалека сыграть и с хае сейвить. Не кидай сейчас молик. Mm-hmm. Сейви, молик, сейви хае. Стекла. Два стекла. Два стекла. Да что ты? Есть хп. Лаз без ебала. Лучше, чем я, играю! Что за хуйня со мной сегодня, Санчок? Да, Женек, да забудь ты, блядь, про эту статистику, нахуй. Да нет, ты не статистика, ты моменты доигрываешь, дружище, хорош. Я пошел. Денег много, могу... А, ну, потом. Не, нормально, я на член пошел занимать. Окна. Я живу. Он дабл ушел. Тебя пикает. Подо мной чел. Вышел. Тебя пикает снизу, под тобой. Бля, это игра хуйня, у меня открывается дверь без звука. Все, у меня деньги. Ты не слышал, как дверь открылась? Под тобой? Нет, тоже не слышал. Бля, ну это просто, либо, блядь, админы какую-то карту говна скачали. У меня нет звука, что дверь открывается. Одно хп было, да, минус 6, все норм. Они играют сингл плюс стекла, я стекла забрал, стекла не выйдет. Угу. Не, флеш дали. Один чел просто раскидывает зачем-то, он раскидал маленький флеш и смог. Ай, бля, он по тени увидел меня. Сингл и дабл. Бомба стоит. Дай, дай, дай.
Женек, все нормально. Женек, нормально, Женек. Открывается дверь, у меня горит, брат. Женек, возьми обычку. Возьми обычку. Дай дигл, дай дигл. Есть вариант? Ладно, я суспаю. Блять, ну ебаный в рот. Да не, не надо, не надо, Женек. Все нормально. Женек. Я скинул. Все нормально, все. Вышел, вышел сингл. Сайт. Дайте. Два сингл, два сингл. Меня уже контролили. 12 хп. Живи, живи, живи. Был бомбу? Я очень у вас сингл был. Нормально, я отошел, Санек. Угу. Бля, я, короче, сбегаю и возьму дигу. Да, давай, 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 охуенная идея, бро. Давай. Только шифтом возвращайся. Хорошо, давай. Санек, спасибо за доверие, блядь. Давай, Женек, чил, чил, все нормально. Давай, давай, выиграем. Стекол уже, Женек, и сингл. Не-не-не, либо мы выиграли, либо мы проиграли. Он сингл всегда ходит, это какой-то абуз, он открывается. Хочешь, я его выебу просто? Давай, давай, Сань, возьми смог, дай в дабл и иди сингл ебашь. Давай, давай. Они контролят, 100%. Да, 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 они просто ждут. Он в сингле может стоять, мейби будут вдвоем играть. Один стекла, свалил его, один стекла. Я не стреляюсь, у меня МП9. Ага, ага, я его пиздану, братишка. Он просто ждет. Он ждет, наверное, знаешь что? Когда произойдет контакт в этом сингле. Дабл разбили. Дабл, я не пикаю, я не пикаю. Я падаю в сингл, я падаю в сингл за калашом. Давай, давай, да. Он у меня, блядь, он у меня уже. Все норм, я убью. Я убью, я убью. Очень, ебать, он мне на бегу дал. Ебать, он мне на бегу дал, я что-то не ожидал. Я не знаю. Женек. Я понимаешь, я сегодня играю как говно. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему дверь открывается без звука. Подожди, я сейчас зайду просто на обычный нюк. Я хочу посмотреть, если, блядь, админы просто сделали так, что у меня сгорит. Бля, я не знаю, мне кажется, можно за это поржать просто и по нижней развивать. Да, да. Почему у меня есть звук вот на обычной карте? Бля, да у меня, кстати, тоже не, я не слышу, как дверь разбила. Я помню тот момент, когда он меня обошел, зарезал. Я вообще охуел, потому что я не слышал, что дверь открыта. Не-не, просто админы в карту хуйни какую-то добавили. Тут вот, у меня есть звук открытия двери. Почему, блядь, нету вот на этом? Просто ебаная хуйня. Че, админ, блядь, заходит во время игры? Ладно, похуй вообще. Проебали, проебали, зато с кайфом. Но я не кайфанул, потому что меня ебали. Ладно, похуй. Кто у нас next? Близкие игры, на самом деле, охуенные были. Не, подожди. Сегодня мы были созданы для того, чтобы шоу сетки пройти в этот финал. И, блядь, отомстить. Санек, это больше кайфа, да, чем просто... Больше игр, больше игр. Согласен. Так я не понимаю, мы типа прям сразу играем? Нет, сейчас кто? И Атора играет против Шугара и Травомана. А мы? И мы next. С и победителем вот этих, ну, да, с победителем, да, вот, да, Ятора, да. Ага, все. Бля, ну вообще, если по аниме-сценарию, то, ну, Ятора должен побеждать, и мы должны проходить на Ятора потом. Нормально, мы уже играли против. Если сценарист тут, то надо такую крутануть по картам. У нас первая карта нюк, мы начинаем за КТ. Потом Инферно, мы начинаем за Т и Оверпас, ножи. Я, короче, смотрел их, ну, как они играют. Так. У них, короче, в том всегда играет вдали, вот. Ятора играет вблизи. И они, смотри, как делают. Типа, он заходит в сайт Ятора, и он ему развеивает смог том, хаешкой издали, понял? И он, ага. и он сингл, короче, пикает. Вот. А, то есть они в таком формате играют, mm-hmm. да? Да, да. Но они это делали против Травомана, они прям заранее, типа, были готовы, что Травоман будет из сингла выходить, ставить бомбу, как он это пока делал, понял? Вот. Ну, кто он, ты сам понимаешь, он берет дальние дистанции со своей низкой сенсой. Вот. И все, ну, ага. И большую часть раундов он играл на вилке, он вообще не играет в плотно. То есть нужно будет понимать, что примерно как бы в этом диапазоне он и будет делать какие-то. Окей. Санёк, поехали, все. Надо, поехали, блядь, Женёчек, Женёчек, поехали, давай, родной, давай, блядь! Давай сразу пройдем так же, как в предыдущей игре сделаем. Мэйби они фаст там будут играть направо по вилке и отъебем их. Понял? По правой вилке вдвоём. Да, давай, да. Найс. Nice. Отойдем назад. Да, ласт, да, Ятора. Да, да, да. Разбил, он не выйдет, если что. Сингл. Ты смотришь сингл? Да, 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 он там. Не пикаю. По мне сыграй. Да. Играй. Ага. Все, хорошо, Сань, умничка. Можешь смог дать? Ой. Нормально. Откуда? Найс. Пух. Он всегда может видеть тебя вот здесь, понял? И даже... Я просто думал, что ты смешишь. Держи. Ну я там микротайминг пропустил. Ты скажи просто, что типа я там, я отпустил окна, я там поближе стану. Нихуя так. Инста, блять, пауза пошла. Ну да, 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 ребята сейчас нервничают, точно тактики какие-то нарабатывают. Я сейчас далеко сыграю, Да, я играю налево.
стеклах один, 100% стеклах. Я иду его писить. Сингл. А он, типа, maybe он, он открыл дверь два смока и меня убил. Даже не видел его. Нет. Короче, возьми сейчас, возьми сейчас МПшку, смок, дай смок в дабл двери. Сингл и дабл. Дабл тебя пикает. У меня сингл контролит, я не могу выйти. Убил его? Ага, сингл. Я пошел за ганом. Давай. Сингл, он тебя не читает здесь близко. Не читает тебя. Он 100% здесь. Я без права стоит. Да. Короче, они всегда разбивают дверь, надо давать туда смок. Инста, го забавимся, купи опять МПшку, мы сейчас выиграем раунд. И купи смок, дай смок сразу в дабл, я дам сингл, мы сейчас выиграем раунд. Лоха ХП я Тору. Дайте, вот, видишь. Ласт над тобой. О, Мишка, бля, санёсик! Хорошо! Где ты жёсткий, брат? Меня в смок убил? Бля, он меня просто смок захуярил. Охуеть. Буду соединяться. Не пали свою позицию. Нельзя. Нормально. Ты все четко делаешь там. Под тобой. И второй, скорее всего, там же. Блядь. Там же второй, скорее всего. Ладно, дай молик и дефни. Прикони. Бля, на самом деле, Женек, лучше... Ну, я прям уверен, я если бы я кинул ХАЕ, я бы мне там закончился. Ну, ты тебя бы второй разменял, понял? Тебе надо в такой ситуации искать килл. Не, ну он же внизу был. В такой ситуации надо искать килл, а потом разменивать. Они, Губай, возьми дигл, стекла постараюсь сразу запрыгнуть. А давай даем стекла. Только на шифте. Шиф. Лентруми стоит чел. Го убивай чела на сайте, который в сингле. Два дабл. Успел быстрее меня. Женёк, нахуй, ебать, хорошо, он нервничает, блядь. Он нервничает, вообще. Так, ты дай тебе дров, Санёк. Давай. Я даю смог дабл. Ой, сингл. Давай, я дам дабл. Давай. Вышел смог. Бля, там, чтобы ты понимал, я все это время смотрел, и как только я стрейфнулся, он вышел. Вот грант достал? Не, я просто стрейфнулся вправо, и он вышел, выполз прямо из-под моего рейнджа. Короче, там у них всегда тактика простая очень. А, мы их форсим, да? Да. Я сейчас даю смок дабл, и я просто в смок зайду. Давай. Я бы можешь разбить стекла. Окей, давай. Я запушен. А, он не успел. Все, я понял, по респе не успеваю. Как он меня раньше видит. Бля, эта игра сломана. Он меня раньше смог увидеть. Ты не успеваешь по смоку, если он разбивает хаешкой, он всегда раньше тебя видит. Здесь преимущество у Т-респов. Сингл опять чел. Мы можем их переиграть на дистанции. Выбежал. Красный, бля. Я попал один раз. Хорошо, давай поменяемся позициями. Я буду заниматься синглом, потому что они сингл всегда выбегают раньше. Я сейчас убью хочешь? Сингл. Да, делай как кайф. Я просто с самого начала буду давать. Смог. Дабл убил. Ластел. Хорош. Я сейчас вот сюда выдаю Женек. Знаешь, умничка, Санек, я тебе калаш подкинул в двери. Давай, хорош. Да. Важный первый килл. Нет, я не рискую. Наебал. Вышел. Найс. Nice. А, сайт по-прежнему. Лучше, Женя, блядь. Хорошо, молодец. Nice. Хорошо. 6-6, хороший счет, учитывая, что мы проиграли стрик 3. Нормально, рабочий. Сейчас это еще только раскликиваемся. Да они играли предыдущие уже такие горяченькие, сейчас мы их задушим просто. Мне кажется, что 2 даблдор будет заебись. Шифтом подойдем, откроем и выбежим. Ну, и ты просто выбегай и ебашь со мной. Один над нами. Посередине. Шифтом над там, нами. Там дуал и второй, да, сверху. Можем. Иду к тебе, жди. В сайте где-то. Сайте, под ящиком. Nice. Хорошо, блядь. Лучше же. Они, maybe, будут пушить стекла. Давай просто 2 дабл пикнем и все. Давай. Давай, кинули меня минус 70. Чел красный, в упоре чел. Твой раунд, справа в упоре и глубоко. Ой, блядь. Готовы были. Ничего.
там немного иначе развивается, я тебе... Да, я плохо покажу. Да, да, ты застопил. Ну, похуй вообще. Можешь со мной идти просто шифтом, и все, вместе будем играть, по одному не будем. Сейчас мой бичел ошибется. У меня 40 хп, нормально я живу. Не, он меня убил через текстурку. И друг... Один слева, другой справа. Ничего страшного. Они начали играть по своей тактике. Один далеко, один близко. Ну и надо сингл подключать точно. Я могу играть. Слушай, а дай мне калаш, я тебе дам дигл. Да, давай. Го рискнем. Я сейчас попробую. Нам нужно с двух сторон. Я ебанутую авантюру сейчас делаю. Давай, давай, давай. Меня взрывают двумя хе. Ахуеть! Один в сторону. Уичка! Один в один слева где-то. Дабл в сингле калаш. Угу. Темная ночь. Хедшот просто. Ай, бля, НТ. Они, кстати, гады почему-то две хае сразу дают. Странно. Мне, блядь, две хае дали. Ну, вот даблдор тогда, когда мы побежали, мы тоже на две хае нарвались. Да, мне сразу две хае дали, я просто сдох. Встайте лоу, встайте лоу. Смог. Он без патронов, он над тобой, блядь. Смог, забей. Найс трай. Не мог выйти, да, в смокниках? Мог, но я просто не знал, что ты бежишь. Я думал, а мы инфу собираем. Я уже жестко промутился там. Но они дают возможность это сделать. Ладно, надо начать их перестреливать, братан, и все. Короче, один в сайте. А один подо мной, один в сайте. Хорошо, слева над сайтом, над сайтом. Если стекла пойдешь, убьешь его. Он в сайте, над сверху. Ага, слева. О, Санёк, блядь, я ебать, нахуй, этот спрей-контроль, блядь. Ебаный насосик, нахуй. Ты понял, как я его убил? Я его продорвал, убил. Я увидел по радару, где он стоит, и просто навелся туда. Сэска, кто играет? Можем подождать гранат. Да, 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 го. Я вот не слышал. Если второго. Я открою дверь и вернусь к тебе, мне кажется, будет заебись. Да, давай. Над сайтом, блядь. Он просто убегает слева. Стоит над сайтом, другой глубоко. Ай, они оба в упоре. Бля, он просто посередине стоит. Там без шансов мне на стекла занимать. Бля, без стекла не выиграть, да. Все. 100%. Я буду каждый раунд ходить в стекла. Это без этого не выиграть. Иди в сингл, плюс разбей сингл хаешкой. Так, он сразу меня шьет. Он прям в упоре стоит, ну, вверху. Выходи, убил. Выходи, смог. Давай, давай. Лучше, блин. А где он был, вверху? Один был вот здесь, один вот здесь, да. А, не успел. Хорош. Мы можем сейчас на неждан сыграть два сингл. Они, maybe, этого ждать не будут. Давай. Я могу прям... Ты прям фас хочешь? Ну, можем рискнуть, да. Давай, а давай. Он по правой всё пробегает. Похуй. Давай, давай, давай. Похуй, авантюрка. О, стёкла разбил, чел. По правой. Найс. Слышал. Бля, ты не слышал? Нет, брат, я слышал, что он на рампе. Ебаный главный текст. А я слышал, что он упал. Я луноси купил. Бля, сори. Нихуя реклама. Да нет, это не в тебе проблема, это в, блядь, ебаных лоджитеках парашных. Просто, брат, у меня звук был, что он на рампе прыгнул. Я поэтому наверх смотрел, когда выходил. Да нет, нормально. Все. Они знают, что я в сингле. А это убил? Поживешь? Да. Угу. Я сейчас приду, сейчас вдвоем сыграем, я просто затренился. У меня молик жмёт. Не надо пиксель. Раз, два, три. Не-не-не-не-не-не, я еще не здесь, вот. Он на вилке, да? Да-да, молик ему дал. Ага. Он справа, не пикай. Он меня зажрал, он меня не дает пикать. Стой, где стоишь? Вышел, где стоишь? Я вышел. Лучше. Ну, нахуй взорвал, хорош, молодец. У них деньги есть еще на один бай, next будет МПшки. Два стекла, го. Давай. Живи. Живу. Иду с тобой играть. Идем просто, и все. Я могу поставить, давай я просто поставлю. Подожди, я флешку дам. Готов? Давай, да. Дал флеш. Он здесь, он слева. Бля, надо было выйти. Он слева в сайте. Он в сайте, сайте, бля, братан, да, у меня да. Звук был, что он сверху стреляет. Слева в сайте. Я, короче, покупаю наушники, как у тебя. Бля, окей. Я тебе... Это полная хуйня. Я могу говорить тебе... Да, да. Да, у тебя что-то реально с ушами. Ты видел, я прицелом наверх смотрел? Угу. Ладно, нормально, хорош. У них денег нет, пойдем два стекла. Давай, давай. Стекла разбил. Один глубоко. Идем шифтом. Я первый пикнул. Справа. Ага, отходим. Убил его. Живем. Сань, отойди. Убил просто того убил. Чела, который был вдали. Да, да, да. Ага, просто все, ждем. Просто ждем. Не пикай дверь, не пикай дверь. Смотри, все стекла. Го, выходи, стекла. Хорошо. Под нами может быть. Он maybe в тупой, maybe в тупой. Да, в тупой, в тупой. Садик под тобой. По тобой. Бля, maybe not sorry. Не, нормально, все хорошо. Мы сыграли на их пике очень, очень хорошо, Сань. Нормально. Мы сейчас будем играть наш пик, поэтому все четко. Вообще не переживай, не загоняйся. Да, забей.
Нормально, нормально. Ладно, что-то сегодня тяжелее идет. Но кто не да, падал, у нас поднимался, очень плотно, ну, как бы, очень близкие игры. Ну, то есть, это наоборот кайф. То есть, нет такого, что мы там... То есть, тут просто, знаешь, типа, отгрызть надо где-то кусочек. Уже, сделаем 1-1, и уже все четко будет. Знаешь, чем дальше, как говорится? До первого левела было легко, а по целу, да, уже дальше. Да, да, да. Так, ладно. Так, я предлагаю, знаешь, как сделать сейчас? Сейчас найти килл на шарте нужно, потому что кто будет в песках, скорее всего. Да, в песках, я тоже в песках. Ага. Зачекал его. Смотри, ну мы инферно играли, давай типа на наших ошибках. Ну то есть, если челы сильно укрепляют пески, играть ковры заебись. Сайты пески. Ага. Ага. Вместе, я жду тебя, Сань. Да. Жду тебя. Готов? Найс, умничка, блядь. Вот мы вместе и играем не по одному. Как это охуенно, брат? Продолжаем в том же духе. Просто до конца. Можешь контролить библу? Да, контроль. Может, библия чел, может быть. Песках один. Ну, он бы уже пикнул. Одного убил. Я подошел спину чекать. Так и стой. Шорт, ласт шорт. Пойдем резко, два. Пойдем резко. Жди меня. Он лоу. Я прям жестко мув вышел, не попадал. Да. Он пытается выцепить меня одного жнёк. Молодец. Ты жил, я просто его не видел все нормально, время. Нормально. Он купил дигл, у него будет эмка, его типа, ну что там, у него тоже эмка. У меня 3200. Пойдем шорт просто, взорвем его. Давай. Шорт убил, подожди меня. Жди. Я бы первый. Контроль лонг пока. Я контроль. Лонг. Больной, что ли, он, блядь, стреляет, ебануться, он лучше, чем половина турнира стреляет. Да, вот игрок. Пойдем два шорт сейчас. Можешь лонг молик откинуть? Да, делаю. Готов резко забежать сайт и разменяться? Го. Maybe два лонг, осторожно. Да, закрыто. Давай. Дай мне смог в руки свой. Печатка. Ту шорт, maybe там еще один. Да, второй, я там. Живу, я можешь живу. Можешь не пикать, да, по мне, по моему контакту сыграй. Ты не пикаю? Я лоу. Я по тебе играю, все норм. Хорошо, блядь, ты задавил, умничка. Они два лонг пошли, видишь, они думали, что мы пойдем лонг. Хорошо, там молик вообще охуенно заколил. Да, они из-за этого не успели спину пожать. Угу. Поедали, сайта, чел в сайте. Можем ковры попробовать раскумарить. Один лонг, один сайт. Я хочу ковры, женек, окей? Ну, давай. Один сайт, ты можешь убить его, он под первым будет. Ох. Ну и стрейф. Блядь. Короче, там фрифраг на шарте. Если мы вдвоем стрейфим, он дает молик, дает хае и стрейфит в сайте. А у нас огромное преимущество. Я не ожидал, что ты будешь пикать. Я думал, ты дождешься. Да. Дождаться. Пойдем сейчас два лонг. Он давал смок, резко ворвем лонг. Плюс W, плюс W. Налево, лонг налево. Дошлось? Смок выходим. Шиф. Назад, резко назад. Он контролит это. Будет ждать тебя, лол. Откуда он знает? Бля, это моя битва с этим. Бро, это твой раунд, изи. Опа. Настрейк. Он просто стал смотреть в смок, вместо того, чтобы ждать двоих на лонге. Ну, он нормально сыграл. Просто на удачу. Если бы мы лонг прошли, мы бы в тайминг его убили. Я хочу также просто лонг занимать, и все. Я хочу их кошмарить. Давай. Меня убил через текстуру. Ебанус. Что? Я тоже по КД бежит, типа, лонг. Ты можешь фрикил на нем делать. Да, если у меня будет спаун. Мне кажется, норм. На лонге вижу чела. Бать, это... Убил? У меня лоу хп. Я не понимаю, где второй. В песках, я думаю, если честно. Я думаю, в песках. Хочешь, спрыгнем его, задавим? Нет, он сзади обошел. Да, он обошел сзади. Почему он сзади? Откуда? С лонга. Смотри, если мы на старте контролим лонг, нам супер легко играется. Да. Я могу тебе просто давать флеш, типа, за спину. Он не попал в смок, он близко занял, он просто близко. Как это? Варху ушел. Угу. И он чел флеш накинул. Да, его убью сейчас. Не, короче, на самом деле идея эти лонг не лгол, лучше медленно поиграем. Да, давай, полная хорошо. Хуйня. Он близко занял, и ну, я просто вышел к нему как нуб какой-то, и бот и умер. Нельзя так пикать. Okay. Только если вдвоем на размен. Сайте один. Подожди, я ковры выйду.
Без ебала, чел под этим, под тобой прям. И второй на лонге. На лонг, один в один против Ятора. Делаем. Бомба на шварте. Найс! Nice! Пачку кто это выиграл. Понял, здесь такая карта, здесь все слышно. Это блядская инферно называется. Хорош. Умничка, дай дроп. Женек, я опять, я хочу с этого респа запрыгивать ковры, да. Ну, давай, бля, они давай, не контролят, давай. Они играют. Давай. Я обивался. Я без ебала. Он меня контролит. Ролонг. Он меня, чтоб ты понимал, прошил просто на минус 90. Я, короче, понял, о чем подумал. Если мы, типа... Ему я Тора говорит, с нулевой лонг чисто. С нулевой просто. Значит, я пошел лонг. А гоу лонг репикнем. Дай, купи, ты молик взял? Да, я молик, я кину. Репикнем его, понял? Подождем, пока он займет, а потом репикнем. Готов походить? Ты хочешь прям... На глубоко. Го. Давай. Бело. Еще один. Он ушел в сайт. Мы не стакаемся, Женек. Ну, типа, я хотел перезанять лонг, понял? Перезанять, типа, пока смог пройдет? Да. Так он может либо под ковры флэш, пожать или 20 либо... пикнуть. А у нас а мы в это время молик. Холдим, типа, ребра, он же если пикнет, мы же все равно... Да. Ну, ладно, нормально, на самом деле, 5 раундов ты за атаку. Ты дал молик, и это значит, что можно выйти из смока перед моликом, и тебя плохо видно, как я и сделал. Я к тому же не понимаю, типа, что ты хочешь. Я не к тому, что я говорю, что... Я сам не понял, что значит. Я просто подумал, репикнуть это типа, когда мы его перезаняли. Вот. Ну ладно, хуёво объяснил, забей. Да, забей. Вот пистолетку брать. Нормально, 7-5. Мы в прошлый раз за КТ 7-0 вели. То есть мы очень много за КТ. Нет, это здесь 1000 раз сильнее, конечно. Значит, 2 там. Шорт. Живи? Живу. Все, у вас Ятора, Я не пикаюсь. Можем по контакту сыграть вдвоем. Да, я с тобой сыграю. Идем назад. Я хотел в сайт. Так, все, в сайт. Под гифона контрол нажми. Все, нажми контрол под гифона. Я отпустил лонг. Шорта. Шорт, класс. 20 секунд. Все, сиди в сайте. Просто по мне сыграй. Нормально. Он думает, что это ты. Шорт. У него времени нет. Аня, убить его? Найс. Закурил его. Я специально оставил тебе, чтобы темпу купил сейчас. Мне нравится, как ты говоришь. Он думает, что это ты. А я, знаешь что? Я выбежал и начал стрелять смог. Ты куда хочешь пойти? В библо? В нечку, да. Ланга нет. Я с тобой здесь играю. Я вышел. Ковры один. Ковры с теком. Шорты ковры двух. Ковры убил, а шорт. Я отошел поглубже, у него дигл. Лучше просто заныкайся. И по мне сыграй. Просто фул ныкайся. Ланга не будет. Хорош. Ты в нычку? Да. Я дал тебе молик. Можешь свой продать. Да, чекает. Иду к тебе. Пикаю. Раз, два, три. Белого. Идем хэдшот занимать. Мне кажется, он лонг. Ты можешь лонг забрать? Да, забрал лонг? Угу. Да, лонг. Я не пикаю. Жди, не пикай. Саш, просто сиди на контроле. Я тебе скажу. Раз, два, три. Го. Он малых, справа. Ага, я контролю. По мне, Санёк. По мне. По тебе. Ага. Молодец, Санёк. Сработала, блядь, нычка на размен. Сука, блядь, так мы вообще просто как нейросеть, понял? Они были готовы, и в итоге мы их переиграли. Саня, сейчас надо тебе сыграть, знаешь как? Иди в пески. Давай. У тебя есть флешка на лонг? Да. Просто кинь её. Еще один, лоу хп. М-ку будет брать. Взял М-ку. Он лоу хп, ты его перестреляешь. 15 секунд, лонг, maybe. Хорош, флешка, кстати, разъеб. Да, 2 фул флеша было. Пиздец, он терпилоет, нахуй. Ну я не знаю, я не ожидал, что он все это время меня пикал, типа. Понял? Да, он просто, у него такой стиль игры. Ну да, да, это логично, потому что сенс не позволяет. Двое! Я лонг смотрю. Угу. Ковры. Ковры один. Шорт близко. Ебать, как. Шорты ковры. Я не ожидал, что чел шорт будет так близко. Блять, моя ошибка, Сань. Да я бы убил бы его, забей. Бля, Женек, хочу авик взять, приспешу. Братан, авик... возьми имку, у нас экономит. Доверяй. Я фу, блять. Нихуя ты пизданул чела. Нормально. Бля, ну он же здесь по-любому. Шорт. Он думает, он смотрел в пески. Флэш. Сейчас, блядь!
У него 100% сгорело, он тебя сейчас однокнопочным нажал, брат. Да, это я. Короче, можешь с песков сыграть? С песков забрать шорт. Просто АФК встань песка. С песков заберешь. Давай. Найс. Я в ковры пошел. Давай. Можешь мне забрать ковры, конечно? Нет. Бля, лонг-хоук. Не сделал. Когда 2 в 1, играй на инфу. Меня с одной убивает, блядь. Минус 45. Брат, там, там вообще забей. Я темпу даю. Дай эмку. Забудь просто все. Окей, окей. Нормально. Мы можем ресетнуть их сейчас. Год вдвоем лонг. Никого нет? Отходим, отходим, отходим. Прям плюс свой бежим. Останься в библе, останься в библе в своей нычке. Сейчас ее завязать охуенно. Не, мне надо уже к тебе идти. Бля, бро, то два. Ковры, ковры и шорт. Ковры. Блядь, ковры и шорт, говорю. Найс, один в один, ласт стоп. Ты понимаешь, что ты самый сильный на этом турнире? Почему ты перестреливаешь Тома и Атора соло, когда я у тебя в команде? Я просто не понимаю. Делаем, делаем, Женя. Дай дроп. Да, да, да. Хорош. В офисе песках два пески сыграем. Я хочу ковры. Делай, что хочешь, Сань. Я не могу тебе запретить. Дроп. После твоих действий определенным образом. Вот. Блять! Попал. Попал в голову или в тело? В тело, по-моему. Взорвало, бля. Короче, нам надо вместе играть, мы да, опять по одному начинаем. У тебя full pack, понял? Если ты пушь ковры, скидывай мне все гранаты, чтобы я байтил на тебя. Бля, у тебя дигл остается. Ну нам надо байтиться, сука. Нормально, нормально, нормально. Берем. Короче, я пошел рисковать, поебать. Лонг? Лонг. Один точно, один шорт. Уебище, блять. Флешка один есть? Он. Нет, у меня нет флешки, но мы можем его вдвоем поддавить, пока один на шарте. Дай мне первым выйти только, Жень, пожалуйста. Оба здесь. Нет, в сайте, крысим. Сайте, крысим. Я не успел. Братан. Сори, Женек, ты искал в сайте, а потом крысим, и я уже... Я уже не уходил тут никуда. Сделаем флека? Сделаем флека? Не, ну бай делать нельзя. Точно? Ну да, да. Ну у нас 12 будет. Ну делай, делай, если хочешь. Один мид контроль, смог отдал, да, зря. Стой закрытый, смотри себе шорт, как я, помнишь, в том раунде стоял? Да, вот как бомбу я смотрю, вот этот момент, как бомбу. Я ковры смотрю. Знаешь, живи, живи, просто спрячься. Да, я живу, я живу, я живу. По тебе сыграю. Ага, близко. Пикай, пикай сейчас. Просто пикни. Одно хп, одно хп. Я не успел даже выстрелить, ну типа он просто присел, встал. Да, там на, понял, вот сюда запрыгивай, типа пам-парам-пам, ничего, ничего. Ну ты мне говоришь, что ФК, ладно. Let's go. Блядь, ты муликал! Настя, ласт лонг бежал, у меня здесь хп, я в сайт ушел. Я могу этот смог продлить на шоу. Короче, Сань, я спрятался в библе, он лонг не пройдет. Не открывайся под лонг. Закрысь в этом, в песках. Ну я ковры отдал, он тебя не увидел. Ты смотришь, смотри себе. Он мои ковры. Ковры, хорошо. Я буду по тебе играть. У меня МПшка, я в библии 10 хп. Он байтит, байтит, просто ждет. У тебя хороший угол, как ты стоишь. Дал смог. Он упал на шорт. Он упал на шорт, блядь. Не знаю, где ты. Он не упал, он в коврах. На шорт упал. Женек. Он не знает, где ты. Пайку это, я думаю. Я знаю. Как он, да. Как он меня видит, нахуй? Блядь, это тот блядский раунд, когда мы 2 в 1 остались, когда я сдегла дал минус 92. Да забей, я заруиню. Да нет, это что? Много моментов просто мог ладно, сыграть всем... дисциплинирование. Намного. Спасибо за... Спасибо, Женек, за игры, все равно было да. Очень играть. Давай, Сань, Женек. Давай, только не расстраивайся, пока. Давай. Да, я в тильте уже, давай. Я стараюсь. Давай, пока. Ну, два момента от меня были хуёвые максимально. Я не знаю, это... Знаете, когда вот ты прям чувствуешь, типа, я хуй знает, как это объяснить. Прям вот чувствуешь то, что можешь сделать, и просто не доигрываешь в каких-то моментах. То есть ты как будто бы ставишь вот на эту всю хуйню, типа, на вот эти 50 на 50, типа, пойдет, не пойдет. Вот. Я как-то чувствовал, что я прям уверенно могу сыграть. Но, видите, я могу, типа, как и к Тома найти, так и я Тора. И тут, как бы, 50 на 50. Я либо сделаю, как бы, преимущество. Просто я уверен, что прям супер сильно сидеть АФК, но это неправильный подход. Ну, по крайней мере... Не знаю, короче. Понятно, что, блядь, невозможно все моменты идеально отыгрывать, но все равно
Все равно обидно, что там пару моментов сыграл прям хуёво. Не, ну там реально хуйню мне кто-то ставил, ребят. Ну вы же видели от моей повки. Бля, ну я все-таки типа, ну, нубик. Понятно, что я там мог как-то где-то, может, там лучше постреляться, но он прям пиздец, он прям инста мне въебало ставил. Причем, ну хуй знает, короче, как-то у него прям все очень хорошо летело. Короче, все дуэли просто с ним пиздецкие тяжелые были. Он прям очень хорошо у него по стрельбе все было. Прям он. И тут вот я говорю, ты как бы, ты найдешь Етора или Ктома и... Бля, просто иногда я инфу Женька не понимаю. Ну вот типа, он в сайте говорит, просто в сайте. Типа. Я начинаю это обмозговывать, а чем с... игра стрессовее, я не понимаю, что инфа в сайте, это нужно срочно, ну типа, сныкаться в сайте. Короче, просто оперативки не хватает, я хуй знает вообще. Бля, и причем каждый раз, который мы играли, она вся, они все были ебать какие клоус, типа, что-то там, блядь, 13-11, 13-10, 13-11. Вот, блядь, все игры, знаете, типа, там, плюс-минус один какой-то раунд, и уже бы ты бы выиграл эту карту. Пиздец, короче, клоус. Да, у Ктома прям вообще эта игра прям охуенно пошла. Он прям удалял, реально, он прям удалял. Наверное, любое, знаете, типа, любое поражение обидно, блядь, вот любое поражение обидно. Особенно еще понимаешь, что где-то мог, типа, сыграть лучше и... Вот на нюке, я вот честно, меня там просто, ну вот, просто ебали без шансов на нюке. А вот на Инферно много моментов было, где можно было чуть получше сыграть. Да, варик планируется, да, дальше. С Аункером неудобно играть, миндальной связи нет. Да вчера была, не знаю, сегодня как-то мы и вправду что-то не на одних волнах были, что ли. Вчера была, хуй знает, а вот сегодня как-то все по пизде пошло. У нас вчера как-то и много идей было, и мы как-то общались лучше. Сейчас как-то вот прям вообще мы как-то безидейно пытаемся что-то одно делать и друг друга не понимаем. Я просто его перестал понимать. Вот я вчера его понимал, а сегодня я его просто перестал понимать. Я старался, пиздец, но я просто не понимал, типа, что он от меня хочет. То есть у меня вот, типа, идет кол, я говорю, давай, ну, вот мы играли против CS, ну, когда вот против CS News и Трайда, там всегда чел играл в песках. И мы начали выигрывать раунды только когда начали один ковры ходить. Ну, потому что ему тяжело смотреть две позиции. Мы знали, что один на лонге, один пески. Типа, один пески задавил под молик АЕшки, и уже как-то там 2-1 играешь. И я хотел дойти, а Женек в это время пикается, а он говорит, бля, что-то со мной не вышел. А я вообще ему вроде говорю, что я другое что-то делаю. И, короче, вот прям вообще, типа, ну, не знаю, вот просто не понимали друг друга, короче. Я не мог его понять. Не, ну, вообще, грация Тора и Ктома. Надеюсь, они охуительные вот этот путь пройдут по нижней. У Ктома прям вообще, знаете, это как будто бы ты можешь проебать, типа, в первый день, но если ты в самый финальный день в прайме, это опасно. Я к тому, что, типа, Трайду может быть хуё, потому что Ктом с Этору разогнались очень сильно, они могут сейчас прям напихать. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин.